5 октябрда көчөдө таш ок атылган учурларды, жараталып кызылчая болгон адамдарды эл биздин кабарчылардын көзү менен түз эфирде көрүп турду. Кабарчылардын жана операторлордун кыймыл аракетин редакторлор пультта координациялап турдук. Өзгөчө байланыш жоголуп кетип, бир канча убакыт дайыны чыкпай калган минуталар, ок таштан улактап качып бараткан ирмемдерди азыр эстегенден дагы зарканам, анткени жетекчи редактор үчүн журналисттин өмүрү, коопсуздугу бул эң башкы жоопкерчилик болуп саналат. Когда мы вели трансляцию в Instagram, в это время окружили автобус митингующие, и репортеру пришлось выскочить из автобуса и бежать несколько кварталов, чтобы отстать от митингующих. Таких случаев было несколько. Ходили в редакции, некоторые редакции, которые вот расположены вблизи, так скажем, этих очагов их митингов, угрожали прямо на митингах. И ребята, по крайней мере, вот сотрудники молодые нашей редакции, они боялись ходить на эти митинги. Я не помню, чтобы мы когда-либо сталкивались с такой агрессией по отношению к журналистам. У нас была охрана, которая сопровождала корреспондентов на площади. Были жилетки, были каски для мотоциклистов. Когда агрессивная толпа митингующих, как бы они обозначили направление, выбрали там, скажем так, себе СМИ жертвы, да, куда они пойдут и заставят писать правильные вещи, мы в первую очередь обратились в милицию, просили их обеспечить нашу безопасность. Милиция сказала, что нет, у нас нет, говорит, сотрудников, и мы обратились к дружинникам, просто позвонили в штаб, попросили, если можете, помогите. И сразу отозвались ребята. Сөз эркиндигине каршы жасалган мындай ачык коркутуулар жана онлайн чабуулдар журналисттерди чүнчүткөн жок, тескерисинче кайра курчутту десем болот. Многие думают, что если мы даем кому-то слово, то мы на его стороне. На самом деле это не так. Наша задача — это освещать самые разные события и освещать самые разные мнения. Защищая свободу слова и защищая журналистов, вы на самом деле защищаете свое право быть информированными. Сөз эркиндиги менен адам укугу корголгон коом гана алдыга жылып өнүгө алат.